это великая писательница. Мало того, что это не просто писательница, это человек, такое ощущение, что не отсюда вообще. Неземной. Ну так вот, у нас есть такой стереотип, мы людей иногда называем неземной. Даже невозможно определить возраст ее. Она как мать, она как друг. Сколько мы с ней пообщались? Ну, час. Полтора, да. Такие люди дают свою энергию. Они даже, может, по сути, дают не те ответы на вопросы, которые нужно услышать. Но вот сейчас, вот после этой встречи, это вот ощущение, что что-то приобретено в качестве каких-то кодов, которые еще расшифровывать по ходу. Они просто сейчас запали сюда, просто хорошо.